Она вроде как есть, но ее как бы нет. Дорога в деревне Тегешево Урмарского района. Новое щебеночное покрытие здесь должно появиться до конца года. Но местные жители не спешат прятать резиновые сапоги. Почему, выясняли наши корреспонденты. Здесь впору снимать фильмы про войну. Вырытые траншеи, размытый песок, грязь, лужи. Но киношники сюда просто не доедут, застрянут. Это, конечно, не съемочная группа, а местные жители. И выталкивать машину им не впервой. На помощь приходят все соседи. Вот она, взаимовыручка по-урмарски. Найти дорогу там, где ее нет, задача непростая. Но тегешевцы нашли выход. Машина отсюда едет, по обочине, вот отсюда едет. Прямо возле дома, возле отсюда. В июне организация ДРСУ-5 выиграла аукцион на строительство трех щебеночных дорог в этой деревне. И даже начала выполнять работы. Техника приехала, разрыла землю и уехала. И здесь люди каждый день сейчас мучаются. Не может ни скорая помощь приехать, не может ни пожарная машина, если вдруг что случится, приехать. И ни стройматериалы не могут завести люди. Вот я сейчас машину оставил там наверху. Километр сейчас пешком пришел домой. Вот с лопатами, вот в сапогах. Тут без сапогов никак. Резиновые сапоги здесь действительно в цене. В этих условиях они вездеходы. Так вот. С подрядчиком связывался, звонили каждый день. А руководители, в свою очередь, вообще не берут трубку. Ну, за весь период работы, вот 7 июня, я ее вообще не видел. Ну, пару раз по телефону разговаривал, и все. Нашей съемочной группе дозвониться до подрядчика удалось. До середины декабря у нас ориентировочный срок окончания работы по сельскому поселению Тегешево. После завершения работы в поселении Салдубаева мы переходим на Тегешевское сельское поселение. По поводу размытого песка и основания, данные расходы являются затратами подрядчика. То есть оно будет приведено в надлежащее состояние, и размеры дорожной одежды будут соблюдены по контракту. То, что потеряно, это наши убытки. День Х 7 декабря. Именно к этому сроку дороги должны быть сделаны. Если этого не произойдет, то подрядчика ждут санкции и расторжение договора. Ну а пока на тегешевских улицах тишина и стоит только игрушечная техника. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев. Республика.